И всем хай, народ, с вами Black Market, и сегодня у нас 2 августа, и я хочу показать совершенно уникальный сервис, с помощью которого вы можете прослушивать музыку и зарабатывать на этом деньги. Называется он Mediagram, ссылочка для регистрации в описании, и здесь вы будете получать деньги за прослушивание музыки в долларах. Сайт переведен на русский и английский язык, это очень удобно, и также здесь вы можете заказать качественное продвижение вашего музыкального продукта. Это очень сейчас популярно, так что пользуйтесь. Участников уже 312 человек, то есть проект совершенно новый, прослушанный трек уже 2000, онлайн сейчас 6, развивается потихонечку, очень все грамотно сделано и красиво, отзывы клиентов есть, можете посмотреть. Так, группа есть, получается, у них в Инстаграме, Фейсбук и Ютуб канал, очень много платежных систем, здесь можете также повышать свой уровень, и тем самым у вас будет больше капа денежек за прослушивание одного трека. Я здесь уже полный баланс и покажу, как это все делается. Нажимаем кабинет, вот так это все выглядит. Сейчас у меня доступно 25 аудиозаписей для прослушивания в сутки, вы их здесь слушаете, вот нажимаете вот так, у вас идет трек, он проходит, и вы получаете за это деньги. Вы можете просто ставить плеер и там лазить по интернету, там переписываться, видео смотреть, и у вас будут капать денежки. То есть вот эти граммы, это внутриигровая валюта, грубо говоря. Вот столько получать с первого уровня за один трек. Так, потом деньги можно вывести, вот нажимаем вывести. Так, получается 0.1 грамм. Это у нас получается где-то, может быть, 2 цента или 1 цент. Но курс 1 грамм равен 1 доллар, это 75 рублей. Здесь выбираю платежную систему, сумму выплаты, сумма в граммах и номер счета, и заказать выплату. Вывод средств производится через 72 часов с момента подачи заявки. Так, пользователям с VIP-аккаунтом вывод средств мгновенный. Тоже это расскажу. И здесь вы можете пополнить свой баланс. Вот, платежная система Payeer, FreeCast и Perfect Money. Вбиваете сумму и пополняете. Так, вот категория должности. И здесь все расписано. Чем круче категория будет, выше, тем вы будете получать больше грамм за один прослушанный трек. Я себе, получается, сейчас куплю, активирую барабанщик за 50 грамм. Вот. Да. Все четко. Теперь переходим к категории должности. Все активно. Заходим в моя студия. И как мы видим, что у меня здесь будет получать за один трек вот столько грамм. Вот у меня 25 треков еще доступны, я могу их прослушать и тем самым зарабатывать здесь. Итак, еще есть автоплеер, давайте я покажу, что это такое. Его можете активировать за 15 грамм. Автоплеер — это услуга, которая вам позволяет, больше не нужно делать какие-либо действия с плеером, не надо вводить капчу, переключать следующий трек, ваша музыка запускается автоматически после каждого прослушанного трека. Активация автоплеера не имеет срока ограничения эксплуатации. Нажимаем и все. Отлично. Переходим в моя студия, врубаем. Вот так вот раз. Можно выключить звук. И треки будут сами идти, переключаться, и вам будет капать денежки. Потом их можно вывести. Здесь история активности. Также есть реф-программа. Вы можете приглашать друзей и получать 15% от каждого прослушанного трека. Здесь ваша есть ссылочка. И вот такие красочные баннеры. Также есть VIP-аккаунт, вы можете его купить и получать дополнительные бонусы. Активация стоит 50 грамм. Что такое VIP-аккаунт? Для чего он нужен? С VIP-аккаунтом в сутки вы можете слушать плюс 5 треков больше. Каждым треком ваш заработок увеличивается вот на столько грамм. VIP-аккаунт не имеет срока ограничения. Это круто. История платежей все и реклама на сайте. То есть можете делать свою рекламу здесь. Тарифные планы есть, выбираете. Баннерная реклама, почтовая реклама, реклама музыкального трека и рекламируйте. Это очень эффективно. Так что ссылка оставлю в описании. Вы можете пополнить свой баланс. Категорию должности выбрать. Получается, крутую свою категорию. Активировать ее. Потом автоплеер сделать. Либо VIP-аккаунт. И в вашей студии будут треки играть. Вот они сейчас играют, кстати, у меня. И получают это денежки. Также можно перевести на английский язык, если хотите. Так что ссылка оставлю в описании. Всем желаю удачи и всем профита.